Ох, какая красота. Охереть. Это ж сколько надо было заморачиваться, чтобы изготовить одно вот такое вот ружьишко, да? Станков-то не было. Как они все вот этот вручную обрабатывали, я не представляю вообще. Капец. Обалдеть. 1740-й. Остальные не вижу я. А, вот. 1651-й. 1730-й, по-моему. Обалдеть. Крутые вещи. Обалдеть. Я в культурном шоке. Какая красота. Здесь гравировки меньше вот на этих. Но все равно красиво очень смотрится. Ну вот этот вырезки на дереве, смотрите, какая филигранная. Круто, 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 круто. Да, Надеж? Что такое шрёпка? Шрёпка? Шрёпка. Бачишь, шкайно, ну я не знаю, что такое шрёпка. Не знаю, сейчас посмотрим, может быть это по... Даже двухстволка, смотри. С двумя стволами было. Смотри, какая сейчас прелесть. Сколько? Какой год? Это 1600-й, да, и 1700-й, да. Угу. Это уже когда именно было уже ручное. Да. Даже вот здесь вот эта вот часть, вот спереди ствола. В принципе, не нужно было, но насколько люди заморачивались. Сколько у людей было свободного времени без интернета, да? Но вот это вообще увесистое. Очень такой ствол толстый. Такой массивный вообще, капец. Капец. Набор какой-то специальный, смотри. Интересные камни. Ринги. Кольца. Вот смотри, вот как вот раньше даже додумывались. Меняли. Камни. Меняли, да. По настроению раз, поменял. Тоже изящно. Затрудняюсь сейчас назвать, что это. Это часы или это календарь, наверное, такой, да? Месяц. Наверное, календарь. Это календарь, по всей видимости. Надо потом почитать. Это табакерка, наверное. Нет. Масла. Пульверщин. Пульверщин. Для порошка. Может быть, для пороха. Для яда. Для яда, может быть, да. А это этот, как его? Скажи, Оксан, как называется? Стеклянная. А, аромалампа, может быть? Нет, не аромалампа. Мы ничего не обойдем. А мы уже обошли уже практически все. Смотри, трость с часами. Смотри, Оксан. С часами? Да, вот там есть часы. Обалдеть. Додумались. Мушкеты. Маленькие. Карманные. Обалдеть, какие красивые. Класс. Надо же. Да. Видно, что очень старая. Действительно. Слушай, все-таки как раньше заморачивались насчет искусства, да? Часы.
почему-то эти фигурки, которые сидят вот на эти, они почему-то руки не закованные назад. Что это имеется в виду, вообще непонятно. Надо знать всю эту историю, все эти реликты. Ташенбуа. Это 1585 год, такие часы были? Да ладно. В 1585 году уже были такие часы? Да ладно. Посуда тех давних времен, прямо целые наборы. Освободился? Нет еще? Там даже есть человек, и это какашка. Перестань. Серьезно? Да? Это че? Сейчас посмотрим. Все-таки не прикалывались, ага. Эти художники тоже были с чувством юмора. Вот даю. Ага. Смотри, еще и шнепель висит там. Капец. Маникюрный набор. А, нет, там еще этот. Это скорее для шитья, да. Для вышивания. Это что, часы что ли, или это просто такой браслет? Браслет, скорее всего. Что-то написано, надо будет потом на паузе посмотреть, почитать. Народу набежало очень много. Потом разглядеть, что это. Правда, мне что-то с трудом верится, что это вот чашки еще с тех времен. Цвета такие яркие, да, действительно. Разве могут цвета так... Может, это просто восстановленные? Они не могут так остаться такими. Нет, такие очень яркие. Ну, тут не написано год и еще что-нибудь. Может, это просто реплика? Мне кажется, это реплика все-таки, да? Бетта вещь перейру. Ну, не выглядит как новые, смотри. Здесь все натурально, Сережа. Все натурально? Здесь не написано, что с какого года что. Здесь все натурально, я тебе говорю. А написано, что это относится к посуде. Это поэтому написано. Нифига себе. Это мы сейчас внутри двора. Вот так вот дворик выглядит. Зовет английско говорящих.
на экскурсию. Все стоят немецкую ждут. Все здесь стоят. Ворона крутится тут. Ай, трясется от камеры. Трещина такая здесь он, по всей стене. Сейчас минут через 5, сказали через 10. Но, к сожалению, сказали, предупредили, что там не снимать, не фотографировать, ни видео нельзя делать. С этой стороны напротив, там еще до сих пор живут наследники и потомки всех тех графов, которые все основали все вот это вот в 12 веке, все вот эти вот постройки. Вот с этой стороны их приватная часть. И все тут живут еще до сих пор. То есть с той стороны входа нету, к сожалению, но все остальные части. Сейчас вовнутрь будем заходить, смотреть. Обалденно. Выше всяких ожиданий, правда. Там все так идентично, все очень, все по-настоящему, все как вот раньше было в 12-15 веке. Все абсолютно, вся мебель, вся утварь кухонная, очень идентично. Как будто попал в древность. Вот есть фильмы там про древность, вот там абсолютно все то же самое. Все, абсолютно все вещи, все. Обалденно. Ребят, если кто-то в Германии, советую вам сюда приехать посмотреть. Обалденно. Все, едем. Обалдеть. Потрясающе, конечно. Это еще нам... Да. И все дома были между собой связаны. Надюша, нам ехать надо. Ну давай капучино выпьем, когда поедем. Как только подымаю, затеняет сразу. Классная экскурсия, ребят, очень советую. Смотри, какие двери, они тоже, наверное, настоящие, да? Слушай, это... Сейчас вообще ничего не стоит эти двери открыть, да? А раньше это, наверное, ну, да. Проблема. Казалось бы, вот фильм, они же прям огромные. Они же деревья мели такими штуками, вот коранево, да, чего? Вообще они не очень большие. Ох, они широкие. Ты не пробьешь просто так. Все у них было с такой формой, с изящной. Ну, смотри. Да. Все, поедем на бусики. Что-то это, пешком идти сейчас. Километр целый далеко. Сейчас он до стоянки же нас довезет, да? Нет. Окей. Все, покидаем. Едем до парк-плаца. Оказывается, тут бусы ходят, а мы пешком шли, мы даже не знали. От этого парк-плаца, где мы стоим. Где наша машина стоит? Отсюда до Бурга он специально бусик ходит. Поэтому. Нам все-таки это. Запыхалась женщина. Вот
see the lamp open there, sir. Сказочные места, да. Да. Het prinsesje heeft de kasteel. De prinsesje heeft haar kasteel. Ja, ja. Что, что, держись. Вот все, мы на паркплатсе. Ехали, блин, наверное, 2 минутки только, да, или 3. Все, вот такая вот экскурсия. Да, картины красивые были. Ладно, все, ребят, всем, кто будет в Германии, у кого есть возможность, приезжайте, смотрите, не пожалеете. Все, всем пока. Да. Nach 100 метрах rechts abbiegen und sofort links abbiegen. Да, все-таки он повел, как мы сюда ехали. Надо было все-таки там прямо поехать. Bitte rechts abbiegen. По сокращенке поедем. И вот здесь вот. Bitte links abbiegen. Ну ладно, поедем, значит, отсюда. Многие машины отсюда поехали. Блин, не успел я немножко деревню заснять. Те старые построечки. Вот там есть, вот есть дорога туда, вон в ту деревню, да. А мы поехали по полям почему-то. Мы поехали по той же дороге, по которой приехали. Да-да. Я уже знал, что когда сюда ехал, что-то неправильно. Это полевая дорога вообще, с колодцами. Помнишь? Ладно, чешется. Замерзло? Ну, нормально. Такой минимализм, да, вообще у них там. Это сундук, стол деревянный, кровать, все, ничего нет. Компьютерного стола даже не было, блин. Компьютерного стола. Капец вообще, ну. Да. Ты бы там с ума от скуки сошел, да, если бы ты в то время попал? Нет, я бы часы ремонтировал. Это вообще единственное. Это про который мы проезжали, в принципе. Тогда можно заехать? А Сережа уже проехал. Нет, ты чё? Ну вот здесь вот на стояночку, я даже не знаю. Не надо, проехали.